Ну что, любимый, ты уже на месте? Ты в мастерской? Да, дорогая. Только зашел в его кабинет. Отлично. А ты уверен, что хочешь забрать его вещи? Да, я хочу, чтобы хоть что-то напоминало о нем. У меня ведь даже нет его фотографии. Хорошо, позвони мне, как соберешь все и поедешь домой. Обязательно, любимая. Думаю, я здесь ненадолго. Я только заберу вещи и сразу домой. Не поддается. Давно я здесь не был. В детстве я проводил здесь много времени. Надеюсь, полиция ничего не заметит.
Интересно, почему отец наблюдал за этим человеком? Черт. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которой больше сотни лет. Не поддается. Отец не мог просто оставить это на полу.
Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Возможно, я смогу перекусить замок. Нечем поджечь. Черт, сколько лет прошло, а мяч до сих пор не сдулся. Нечем поджечь. Чёртова ворона. Обычно на чердаке живут голуби. Нет пленки. Нечем поджечь. Заклинило. Thank you.
Нечем поджечь. Не поддается. Странно, в здании же никого не было. Нечем поджечь. Теперь понятно, почему отец не любил фотографироваться. Что-то преследовало его с самого детства. И на одной из фотографий я видел знакомую картину. Thank you.
Куда он пропал?
Кажется, я видел детские вещи отца на чердаке.